Ополченцы самопровозглашенной Луганской Народной Республики в понедельник 16 июня заявили о зачистке блокпоста от силовиков Украины между населенными пунктами Кременная и Рубежная. Как сообщают ополченцы, по предварительным данным, там стоял на своих позициях батальон «Донбасс». Личный состав данного подразделения понес большие потери, заявили бойцы ЛНР. Украинская сторона относительно данной информации никаких комментариев не дала.